М5, МР2. Одновременный почти получался старт. Квадрокоптеры летят. Вот это вот настоящий дрэг-рейсинг. Тайкану дуться не надо. Привет, дорогие друзья, вы на канале Технолог. Павел, Александр. Мы начинаем битвы на подготовленной полосе. Будем замерять автомобили, выставлять на 402 метра. Ну и, соответственно, все это будет приурочено к Versus Street битвам, да? Уже не стрит получается, уже нифига. Стрит. Уже Versus Pro Street Legal битвы от команды Технолог. И мы начинаем. ГЛЦ-43, она у нас прошитая. Против Теслы тройка перформанс, настоящая. Это, скажи мне, сколько процентов заряда у тебя сейчас? 68, а передний двигатель отключен. А, на заднем приводе и на 68%. Тесла против Мерседеса ГЛЦ-43. Есть синхронный старт, полетели машины, два квадрокоптера летят, за Теслой ГЛЦ, ГЛЦ вырывается вперед. Нет возможности догнать на неполную мощность на Тесле, она у нас на 68% и на заднем приводе. Но таковы были условия, чтобы было, близко ехать к ГЛЦ. 4,6 и 12,7 ватта. Это Тесла была, да? Нет. Это ГЛЦ черный. ГЛЦ. Все, понял. Ребята, есть команда teammate.ru, они снимают крутые видеоролики. Это крутой видеопродакшн, ссылка на них будет в описании. Съемка рекламы, клипов, видеофильмов, все-все-все. teammate.ru. Мазафака, это же знаменитый Вилсаком! Ты давай не выпендривайся, расскажи мне, кто такой Вилсаком? Тебе-то это зачем? Ставки уже, ребята. В отставке? Че, Никит, ты на стоке едешь? Полный сток. Полный сток. Так, то сейчас посмотрим, если ничего не отрыгнет, то едем. А на стоке сколько у тебя буста? 1.1 где-то. 1.1? ГЦ-ха? Да. А турбина как у тебя на ГЦ называется? F30, это от Лупатова. А, ну, сток, но уже там какие-то фишечки. Какая была бы дешевка-то. Понятно. Заезд пенсионеров. Две Subaru GC. Поехали. Три, два, один. Поехали. Лучший старт на синенькой. Ох, пахнет сцеплением чуть-чуть. Дотянется, нет, синенькая. Принял. Замерялся? Да. Да. 4,9 и 13,2. 4,9 и 13,2. Все, понял. Еще четвертую не включил, блин. Ну, из 14 выехал. Два Subaru. Синий у нас VRX. С фронтом и турбиной от STI. Против белой ГЦ. Еще и дутая. Ох, как раздувается. Есть, синхронный старт получился. Отлично, и нету переключений нормальных на синеньком VRX. Полустишном. Синий дым какой-то повалил с выхлопной трубы. Ой, бы доехал он до финиша. Обратно бы вернулся, да. Но он вроде едет нормально все. Это наш техком и судья Никита. Никит, вкратце в двух словах. В двух словах? Что у тебя за Starlet? 1.3 турбо.
Самая быстрая рука на Диком Западе. Я не вижу абсолютно фонарь. Попробуй посмотреть открытым глазом. Он еще не горит. Эх, вот теперь вижу. Пуск был на каждой из машинках, на каждой из машинок, и правая дорожка начинает уходить вперед. Правый 2. Все у него сразу, телефон, драги давай. Да, прикатал. Прикатал? 14 секунд. Хотя 14 секунд, прикинь. А где драги? Слушай, ну ты сегодня залез 14 секунд. Это главное. Молодец. В общем, битва старлеток между собой. Фальстарт, синий старлет. Правая дорожка. Да. Но все, я вижу сам результат. Sky 33 Getter. Да. Сколько сил, скажи мне, я не помню. Не знаю. А у тебя сток он? Нет. На прошивке, да? А? На все там. Короче, на стейдже он. По светофору у нас едут Toyota Starlet против Nissan Skyline. И переламчевали оба. У тебя там машина сломалась, да? Че, утащить его? Да. 48, да. Да. Машина сломалась. Дядя, я знаю, что у вас сломалось. Молодец. Toyota MR2. Она у нас задний привод. Очень такая легенькая японская машинка. Против BMW E60 M5. Тоже задний привод. М5 против МР2. Одновременный почти получался старт. Но долго цеплялось у нас БМВ, очень долго. За счет этого гигантское себе преимущество. Берет МРК и без шансов для БМВ. Которая дальше? Синяя. На четверть победил? Вроде бы, секунду пересмотрю. Сегодня побеждает японская проворливость, сила и мощь над пока немцами. Ну, в данном заезде, по крайней мере. Как это? Значение корпусов не является офертой, так как у нас новый финишер. Да, у нас новый финишер, и значение корпусов не является офертой. Для этого мы показываем вам. А так как нам интересно, мы озвучиваем для себя. Но может быть ошибка. Не ругаться. Не выражаться. Да, 13.06 и 4.97 до 100. Все, принял. Так, второй заезд. М5-я. 60 E60 против Toyota MR2. Раздувается у нас MR2. Хороший зацеп она ловит на свою заднюю ось. М5 тоже на заднем приводе, но у нее должна быть попытка достичь MR2. Вот у них интересная плотная борьба.
На той дорожке лучше, да? Ага, принес. Да. Сколько у него квотер? 13,2. Там на финиш вообще ведется подсчет? Да. Там все снимается, все окей, все огонь. Не, в прошлый раз мы всем вровень приехали. А, вровень даже было? Ну, чуть-чуть я быстрее. Ага, принял. В следующий раз можно замерить. Но... Финиш, мы едем, Toyota против Toyota. Правильный. Нужно мешалочкой работать на каждой из машин. Механика там и там. Переключение здесь очень многое решает. Вот это вот настоящий дрэг-рейсинг. Когда работаешь мешалочкой. Принял, да. Победа правой 1.5. Второй заезд Starlet против MR2. Без фальстарта, снова работа руками. Это что-то за звук такой опасный был. Это что у нас за автомобиль? Блин. Характеристики какие? Сколько лошадей? Да сколько вы? 280. А двигатель какой? GZ. Все понял. Привод у него задний? Полный. Полный? О, хорошо. Ну что, заиграла музыка? Тара-та-та-та. Доминик Торетто. Но самое важное, это семья. Машина обновилась до следующей, да? Да, Форсаж 11. И мы перепрыгнули с Импрезы на Легаси. БЛ. Трехлитровая же? Ее 2 литра. А, 2 литра турбо? На механике? На автомате? Ну, ты там буста не крутил? Не продаешь случайно? Продаю. Продает. Кто? Артем спрашивает. На дром пусть зайдет. На дроме, говорит. Да, дело не решает. Едут черный Subaru против белой Toyota. Есть старт. Отличный старт получился, без фальстартов. Приговаривает Toyota Subaru. За картошечкой на универсале с турбой. Две Тойоты едут. Черный Starlet сегодня переключает, отлично. Следующая. Porsche Taycan Evo 10 на Nystok. Раздувается Evolution. Тайкану дуться не надо. Старт Тайкан проспал. Тайкан у нас 4S, а не Turbo S. То есть там где-то примерно 3,8 до сотни у Тайкана. Ну и с учетом того, что старт он не смог взять, на дистанцию он все равно дотянулся до Mitsubishi. Шлем, шлем, шлем. Шлем давай. Блядь, 4,6 опять. Ну жарко, видишь, стояли долго. 12,73, 4,6. Сейчас подожди, драги заберу. Ну что, скажи, вы, не знаю. Вы, батенька, победили, я могу сказать. Но значение у вас не очень хорошее на сотне и на квотере. 4,48, а ты на сосновке ехал 3,8. 4,48 до 100, да? Да. То есть ты на 0,7 хуже, чем на сосновке сейчас проехал. Ну, старт вообще не да я вообще не вижу цифры, честно. Не увидел ты? Я зеленым, когда уже увидел зеленый экран, я поехал. Это у вас уже третий заезд получается. Ты питаешь иллюзии победить его, да? 1-1 у вас разве? Нет, говорит, не выиграл, этот, говорит, выиграл.
потихонечку раздуваются к зеленым светофорам. И в этот раз лучший старт получился на BMW. Где была пальцарь? Надо смотреть повтор на BMW, показалось. Надо смотреть. Но старт однозначно был лучше, если даже все четко. Правый много. Ёптать. Теперь я принял. Победа BMW много, но был ли фальстарт? Так, хронометраж. Боковой эксперт-судья говорит техком и тайм-атака, говорит, что был фальстарт на BMW. Короче, 2-1. Ты выиграл? У него фальстарт был. Отлично. У тебя фальстарт был? Да. Да. Мне проигрыш. Да. Так. Это уже я запутался по счету, какой заезд. Четвертый, по-моему, заезд МРК против BMW. Фальстарт был в предыдущем заезде на BMW, поэтому заезд не засчитан для BMW и поражение техническое. Ну вот так вот у нас сегодня. Кто? BMW или МРК в этот раз? Получился правильный старт, без фальстартов в этот раз. И в BMW, когда ровный старт выходит, что-то она это хуже едет снизов. Но потом поверху прям пули летит. Левая 2. Это замерил он тебя, нет? Да. Сколько? 4,9 и 12,8. 4,9 и 12,8. Принял. Toyota против BMW. Есть. Отличный старт получился. В этот раз мне показалось, BMW еще лучше поехала на старте. Toyota MR2 в надежде дотянуться до BMW M5. Победа правой дорожки в два корпуса. BMW безоговорочно размазывает сегодня Toyota MR2. BMW есть старт.